В медицинские учреждения Анапы поступила первая партия прививки против коронавируса «Спутник М». Она предназначена для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Как отмечают медики, в последнее время вирус все больше поражает молодых людей. Поэтому для всех желающих обезопасить своих детей от опасности болезни разработана специальная вакцина. Вакцинация подростков будет проводиться только с разрешения родителей. Она будет проходить в детской поликлинике и в прививочных пунктах сельских амбулаторий после обязательного осмотра ребенка педиатром. Буквально завтра мы должны получить спутник гамковид-М. Это именно вакцина, разработанная для вакцинации подростков. До 15 лет будет требоваться разрешение родителей, только с разрешения родителей. После 15 лет уже человек может определиться сам, то есть подросток может определиться сам, прививаться или нет. Сейчас мы видим возрастающую картину с нарастающим показателем заболевания детей. Мы работаем в ковидном центре именно со взрослыми людьми, и мы видим очень много обратившихся. Это воспитатели, это учителя, это гимназии. Вот вчера у нас было огромное количество больничных листов именно тех людей, работников, которые работают с детьми. Отсюда делайте вывод, что, конечно, прививая детей, мы защитим также и старшее население, старшее поколение.